так, очень прекрасная погода, ночные полеты, очень великолепно, чудно держит, просто шоколад. Пусто, никого нету, набережная, естественно, пустая. Все спят, 2 часа ночи. Я вылетел полетать немножко, чтобы вы посмотрели, насколько это красиво, кайфово. Все видно. Прекрасно держит. У домов, у набережной. За один прыжок я перепрыгиваю сразу на пандус. Все, здесь сейчас будем лететь. Потом будем набирать. Кофейщик. Глухая ночь. 22 апреля, 2 часа ночи. Полный кайф. Погода была такая сильная 2 дня. Очень дуло, вот стихает только ночью. Но зато в ночном динамике балдежно летается. Кайфово. Надо только пищалку выпустить. А то она заколебала. Луна, вот не знаю, видно ли луну, но должно быть видно. Вот такой вот кайф, вот такие ночные полеты. Идеальный дует западный ветер. Это не бриз, это метеоветер. Впереди вот там это Ашдод. Ну а мы в Батьяме, в ночном динамике. Летаем с удовольствием. Кайфово и балдежно. Вот такая красота. В тишине. Пищалку я выключил, чтобы она мне не мешала писать интервью для вас. Чтобы вам было слышно, что я говорю. Ну, народ телевизор смотрит. Набираем потихонечку. На севере, четко на севере перед нами вот этот Тель-Авив. Их плохо видно, конечно, GoPro не берет, как должна бы брать, но... Может, я на телефоне сейчас что-то поснимаю, посмотрим. Погода так шоколадная, в общем-то. Можно и на телефончик поснимать будет. Сейчас поднаберу немножко. И поснимаем селфи на телефоне. Погодка, конечно, идеальная. Идеальная, очень классная. Держит просто супер. Над домами. Видно, GoPro не передает, но очень хорошо видно облака. Очень хорошо видно небо. Видно, что отдельные облака, то есть не сплошные, нет усиления. Море тоже видно. Поэтому можно летать довольно безопасно. Внизу большой пляж. Есть где садиться, если что. Но в такую погоду не бывает, если что, потому что держит очень хорошо. Великолепно держит. Класс. Телефона нет. Телефон выпал у меня. На старте выпал телефончик. Сейчас будем его лететь искать. Охренеть. Эх, бляха. Как раз то, чего мне не хватало. Выпавший телефончик. На старте. Вот такие ночные дома. Наборы классные. Офигенно. Не говорили, что я летаю только днем. Я вот летаю и по ночам. С кайфом. Идеальные условия. Идеальные.
Космос, космос, космос. Просто космос. Вот такая панорама ночного города. Полный балдеж. Полный кайф и полный балдеж. Тишина, никого нету. Кайф. Жалко, что придется лететь на посадку, потому что я уронил телефон. Возьму телефон, попробую стартануть еще раз. Посмотрим, как будет. О, классная погода. Шоколад 22 апреля. Эх, полетел я за телефончиком. Найду телефончик, можно будет еще раз стартануть. Потому что очень хороший телефон. Держит великолепно. Вот и мой телефончик. Вот и мой телефончик. Отлично. Отлично. А вот и мой телефончик. А вот и мой телефончик. Отлично. 2.05. Yes. Я его нашел. Можно опять стартовать. Можно опять стартовать. Можно опять лететь.